Я рада приветствовать всех на канале «Влюбленные в путешествия». Знаете ли вы, где родилась богиня любви и красоты Афродита? В городе Пафос, на острове Кипр, куда мы сегодня с вами и отправимся. Учитывая богатейшую историю, красивейшие легенды этого места, ну и, конечно же, современный колорит этого курорта, вернувшиеся оттуда туристы в один голос называют это место настоящим раем на земле. Если вы решили узаконить здесь узы, провести фотосессию для влюбленных или медовый месяц, вы выбрали место то, что нужно. Согласно местным преданиям, поселение Пафос было названо в честь то ли дочери, то ли сына Пигмалиона, который, будучи правителем острова Кипр, был еще и умелым скульптором, сотворившим знаменитую Галатею, которую оживила богиня Афродита и которая стала его женой. Именно поэтому Пафос и является одним из центров поклонения богине любви. Западная часть острова была местом, где культ богини Афродиты стоял во главе. Многочисленные памятники античной архитектуры, разбросанные в окрестностях Пафоса, это подтверждают. Кроме руин, с Афродитой связано множество природных достопримечательностей. Это и визитная карточка острова Кипр, место рождения Афродиты и купальня Афродиты близ местечка Полис Хрисохус. Так что, если судьба занесет вас в Пафос, то не забывайте о любви. Ну а если вы решили узаконить здесь узы или провести фотосессию для влюбленных, лучшего места не найти. Атмосфера располагает как нельзя лучше, ну и к тому же, если помните, Афродита – богиня красоты, любви и также браков. Стоимость фотосессии у агентства с символическим названием Gemini от 120 евро в час. Больше подробностей на сайте kyprsvadba.ru, адреса находятся под видео. Цены на Кипре высокие. Отправляясь в путешествие, внимательно продумайте свой бюджет. Рассчитывайте как минимум на 700 евро на двух человек в неделю, но это без экскурсий и шикарных ресторанов. Подумайте, на что вы собираетесь тратиться. На аренду автомобиля, чтобы путешествовать по острову, или на бутылку хорошего вина за ужином. Нельзя решить, сколько брать денег на Кипр, не определившись с культурной программой. Можно сэкономить на экскурсиях, заказывая их в местных турагентствах в 2-3 раза дешевле или пользуясь услугами общественного транспорта. Итак, обед в таверне обойдется в 15-20 евро, обед в ресторане 30-50 евро, коктейль в баре 6-8 евро, бутылка вина в супермаркете 5 евро, поездка на такси 10 евро, лежак на пляже 2 евро, комната в центре города 450 евро в месяц. Помимо несомненной исторической и культурной ценности, город Пафос на Кипре известен еще и своими первоклассными пляжами. Однако, приехав в этот волшебный город, наслаждаясь ласковым солнцем и нежным морем, не поленитесь и уделите пару дней изучению многочисленных достопримечательностей Пафоса. Поверьте, их стоит посмотреть. Все чаще слово «Пафос» мы используем в негативном контексте. Пафос. А на самом деле, в переводе с греческого «Пафос» означает «страдание из-за любовных переживаний». Еще синонимами этого слова являются энтузиазм, душевное вдохновение, душевный подъем, воодушевление. Путешествие – это всегда новое знание. Путешествуйте с нами, путешествуйте сами, путешествуйте. От путешествия одна польза.